пляж оградить колючей проволокой в курортный сезон, когда приезжают дети, отдыхающие. Ну, можно, конечно, пляж оградить, если это там территория Министерства обороны, либо еще какого-то ведомства. Ну, хотя бы, чтобы это вписывалось в общую инфраструктуру как-то города, чтобы красиво это сделать. Тогда напишите сразу, что Крым – это военная база. Вот напишите, что Крым – это военная база. Вот прямо на Крымском мосту напишите. Добрый день. Российские средства массовой информации бодро рапортуют о каких-то несметных миллионах туристов, которые якобы посетили Крым в этом году. В то же время блогеры показывают, что большинство пляжей Крыма почти не заполнены. Ну, в том году посильнее, конечно, был сезон. Побольше людей было. Но сейчас, вижу, людей мало. Весь июнь, как бы середина лета, самый сезон, ну, просто все стоит пустое. Можно смело сказать, что он провальный. Так ли это? Давайте просто посмотрим веб-камеры. Ведь они не врут, а показывают в реальном времени. Вот сайт поселка Коктебель. Ссылка будет дана в описании. Вот веб-камера. Сегодня 29 августа 2019 года. Время 16 часов 13 минут. И смотрим на заполненность пляжа и набережной. При Украине вот все вот это пространство, которое я показываю, было заполнено туристами. Невозможно было даже положить полотенечко, как было все забито. Вот эта набережная была заполнена людьми. Здесь приходилось буквально протискиваться сквозь толпу. Вдоль стояли многочисленные торговцы какими-то сувенирами, едой и так далее. И просто яблоку было негде упасть. Что касается пляжа, то приходилось занимать место ранее 8 утра. Сейчас, как видим, август, самый пик сезона. Температура 24 градуса воздуха и 24 градуса воды. Идеально. Но людей мы не видим. Возникает вопрос, откуда же берутся видео, где пляжи заполнены. А берутся они таким образом. Блогер Аполлинария Гордиенко рассказала и показала, что происходит в Семиизе. Пляж забит, поскольку большую его часть ремонтируют. Мы спустились на пляж возле скалы Дива. И слышим, как долбят набережную. Почему летом это делать? Зимой никто, техника не работала. Именно так выглядит Семииз сегодня, потому что пляж остался один. Также заполненность пляжей получается в таких районах, где большая часть пляжей захватывается и огораживается. Такое происходит по всему Крыму. И самый нашумевший случай – это в районе Батилимана. Территории отданы для отдыха. Севастопольцы забили тревогу после того, как потеряли доступ на большую часть пляжа Таврида. Территория, столь привычная для летнего отдыха, обросла забором, а на единственной калитке появилась надпись «Территория Министерства обороны». Гражданским людям оставили приблизительно пятую часть пляжа. Люди спускались всегда покупаться. Следовательно, для Севастополя численностью уже более полумиллиона человек, на всей акватории Ласпи открытым остается вот эти 50 метров, и тот пляжик небольшой возле бухты Мечты. Гости из Санкт-Петербурга возмущены таким варварским отношением к туристам. Вот они согнали нас на пятачок вот этот вот. Вот а тут свободно, вот сидим мы там час 30. Проволока получается. Что за ерунда? Что за ерунда? Мы же, кажется, по этому поводу приехали. Колючую проволоку разместили там. Ну, да, как, конечно. Как происходит? Вот у меня ребенок сидит рядом с колючей проволокой. Тогда напишите сразу, что Крым – это военная база. Вот напишите, что Крым – это военная база. Вот прямо на Крымском мосту напишите. То есть вы считаете туристического будущего у Крыма с таким подходом? Я не знаю, я вам говорю как обыватель. Пляж оградить колючей проволокой в курортный сезон, когда приезжают дети, отдыхающие. Ну, можно, конечно, пляж оградить, если это там территория Министерства обороны, либо еще какого-то ведомства. Ну, хотя бы, чтобы это вписывалось в общую инфраструктуру как-то города, чтобы красиво это сделать. Можно, конечно, пляж оградить, чтобы это вписывалось в общую инфраструктуру как-то города, чтобы красиво это сделать. Да что ты, черт побери, такое несешь? Цифры у подконтрольного России руководителя Крыма на второй месяц лета были впечатляющие. С начала года в Крыму побывало 2 миллиона 200 тысяч туристов. Это на 11% больше, чем в такой же период прошлого года. Немало комментаторов удивились, откуда такие цифры и почему они не совпадают с реальностью.
Кто вам дал такую статистику? Хотелось бы узнать. Пусть покажет, где они, два лимона. Видно, попутал лимоны с людьми. Полнейший бред. Наоборот, с каждым годом людей меньше. Хребрехать задолбали уже. С вашими зарплатами, ценами на топливо и продукты скоро крымчане начнут бежать с Крыма. Не то что туристы в Крым. Больше подобные бредовые отчеты не постите. Президенту Трампа позиция по Крыму известна. И он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Мы провели референдум.